Твери продолжаются работы по модернизации нитки водовода от Тверецкого водозабора до Дюкера Восточного моста в рамках нацпроекта «Экология». В настоящее время первый и второй этап реализации проекта близится к завершению. Идут работы по третьему, последнему этапу. Современные технологии позволяют проводить работы независимо от времени года и погодных условий. Более 5 километров труб будет обновлено в рамках модернизации водовода, одной из основных магистралей, обеспечивающих питьевой водой горожан. Напомним, что в строй водовод был введен более 40 лет назад. Сегодня его трубы меняют на новый, с большим диаметром и высоким качеством материала. Реконструкция проходит в несколько этапов. В рамках первого от Тверецкого водозабора до проезда Кутузова параллельно существующему водоводу уже положено более 1800 метров трубопровода, в том числе и под руслом Тверцы. Работы по первому и второму этапу завершены. Вот первый этап мы видим. Второй этап, он начался от Дюкера на берегу реки Волга и вышел уже сейчас своим финишем к Затверецкому бульвару. Там остались работы тоже только по врезке в существующий водовод. Это действительно финишный момент. Буквально спустя некоторое количество там дней мы будем иметь уже соединенные водоводы. Третий завершающий этап работ самый непростой, так как проходит через жилой сектор в Затверечье. Он соединит участки труб у берегов Тверцы и Волги. В ходе проектирования подрядчик столкнулся с незаконными постройками на участках городской земли, на которых расположен существующий водовод и должна пройти новая труба. Большая часть владельцев прилегающих домов добровольно снесла нелегальные постройки. К другим пришлось применить принудительные меры. В настоящее время Затверецкий бульвар почти полностью освобожден от незаконных заборов и гаражей. Чтобы минимально доставлять неудобства жителям, проживающим в этих районах, прокладка будет проводиться небольшими участками, захватками, так называемыми, где-то порядка 50 метров. И после завершения одной будет восстанавливаться благоустройство, во всяком случае, чтобы обеспечить проезд жителям, и переходить к следующему участку. В рамках третьего этапа уже положено 53 метра труб, из них 40 метров под руслом Исаевского ручья. Работы по этому этапу будут вестись в течение всего 2021 года и станут завершением реализации трехлетнего проекта реконструкции водовода.